К юбилею Мухтара Ауэзова в Семее открылась выставка «Путь Абая», прославивший страну на всю планету. Каныш Сатпаев когда-то назвал это произведение «энциклопедией казахской жизни». В своем творении писатель не просто рассказывает о великом классике, но и повествует о важных в истории казахского народа периодах. Многотомные роман-эпопеи переведены и переизданы на 110 языках мира. Материалы выставки раскрывают историю создания произведения. А здесь представлено одно из первых изданий романа с автографом Мухтара Ауэзова. Впервые показали и чайный сервиз из дерева, который писатель привез из поездки в Индию. Роман о жизни Абая охватывает огромный и важный в истории казахского народа период. Эта эпопея стала подлинно народным произведением.